Е. А я знаю, дочь мне не докладывает. Молчать. Поговорим потом. Разговорчики. Что такое? Ты никак выпил? Спектакль по пьесе Шукшина. Это зарисовка из жизни времен Советского Союза, о человеческих каких-то отношениях в семье, о системе в целом. Я думаю, какие-то такие общечеловеческие ценности. Мне было очень интересно увидеть наших студентов немножко в других обстоятельствах. Вот. И на самом деле спектакль превзошел наши, мои, по крайней мере, ожидания. То есть наши студенты настолько талантливые, настолько органично смотрятся в этом спектакле, настолько пластичные, так хорошо двигаются. То есть для меня это было просто открытием, потому что я видела их в аудитории, занятых другими делами. Этот спектакль вообще открыт для всех зрителей, потому что здесь идет озвучка голосом, которую могут слышать слышащие люди. И также актеры на сцене, они не разговаривают, они передают слова, эмоции при помощи жестового языка. Поэтому он доступен как для неслышащих людей, для которых родным языком является русский жестовый язык, так и для слышащих людей. Ребята готовятся к поездке в Москву, хочется пожелать им удачи, хочется пожелать, чтобы выступили еще лучше, чем выступали вчера. И, конечно, болеем за них, держим кулачки, желаем всяческих успехов. Вы думали, я и шаг бессловесный? Сколько я домой полочек перетаскал? Хоть один костюмишко мне купили? Ах, ты пришел на все готовое.